Вакансии есть не только в санаториях и медицинских учреждениях города. Ждут работников и на хлебокомбинате, в магазинах и на коммунальных предприятиях. Представлены на ярмарке и 13 вузов и колледжей Сочи. На данный момент они презентуют себя, чтобы в следующем году к ним поступали выпускники 9 и 11 классов. Психологи центра занятости проводят с ребятами занятия и тестирование, чтобы помочь им определиться с будущей профессией. Центру занятости важно, чтобы в городе оставалось молодое население и работодатели получали квалифицированных специалистов. То есть представленные вакансии заполнялись профессионалами своего дела.